Количество преступлений против детей в стране не сократилось. По данным Следственного комитета России, в прошлом году было расследовано 17 тысяч дел. В этом году только за 9 месяцев их уже 12 тысяч. Ненецкий округ также, как и в прошлом периоде, не смог уберечь детей от гибели от внешних факторов. Последний трагический случай произошел в Неси, когда погибли сразу 3 ребенка в возрасте от 5 месяцев до 2 лет. Мы должны с вами понять, что ребенок, он не может самостоятельно себя защитить, особенно ребенок, который дошкольного возраста. Родители должны быть всегда рядом. Если родитель куда-то уходит, то обязательно должен быть значимый взрослый для ребенка. Очень важно не оставлять детей с чужими людьми, со случайными людьми. Во время новогодних праздников также важно не оставлять своего ребенка без присмотра, не допускать, чтобы несовершеннолетний находился на улице после 10 часов, без сопровождения взрослого. Если ребенок находится в гостях, связываться с ним по телефону. Такие простые, но действенные меры помогут избежать трагедий и несчастных случаев.